На протягу нескольких дней у Гомельской области проходили сдымки документальной стужки, присвященной Константину Рокоссовскому. У 1943-44 годах войски под командованием генерал-полковника вызволяли Комарын, Лоев, Речицу, Гомель, Мазыр, Калинковичи и иншие населенные пункты Беларуси. Працаваць над фільмам у наш рэгіён прыехала творчая брыгада пад кіраўніцтвам знакамітага рэжысёра-дакументаліста, заслужанага дзеяча мастацтва ў Расійскай Федэрацыі Ігара Грыгор'ева. На здымачнай пляцоўцы ў абласны музей ваеннай славы пабываў Александр Лупіненка. Работа з архівамі, вывучэнне музейных экспанатаў, шматлікія інтэрв'ю. Гэта далёка не поўны спіс тых элементаў, з якіх складаецца дакументальнае кіно. На рахунку расійскага рэжысёра Ігара Грыгор'ева больш як 30 кінастужак. Тэмы, якія закранае майстар, самыя розныя. Неаднойчы ён звяртаўся да ваенных падзей. Зараз галоўным героем яго новай карціны стаў герой Савецкага Саюза Константин Рокоссовский. Всегда Рокоссовский, всегда, вот я сейчас, когда начал эту работу, выделялся среди всех командующих каким-то особым качеством. Вот с этим особым качеством я и приехал сюда, чтобы разобраться, что же это за особое качество, которое сделало его таким популярным во всей стране и во всех республиках. Вот я просто спрашивал людей обычных, что они знают о Рокоссовском. Многое знают они. Единственное, так знают, наверное, об этом командующем так много, как в сравнении с другими командующими, даже Жуков. Может быть, не так им симпатичен, как Рокоссовский по своим человеческим качествам. Вот. Но мне как раз и интересно было, насколько человеческие качества, ну, доброта, там, уважение к личности, мешает командующему быть командующим фронтом, успешным командующим фронтом. Вот, собственно говоря, это тайна, за которой я приехал, за которой я, так сказать, здесь перед вами, в этом военном музее. Одной из дымочных пляцовок нового фильма стал Гомельский музей военной славы. Тут находится великая экспозиция, у якой собраны уласные речи Константина Рокоссовского. Уникальные документы подех тех часов. А кроме музея, сдымки проходили у Светлогорску и некоторых вёсках Гомельщины. Отсюда начиналась операция, его самая блестящая операция, после которой немецкие генералы заявили, что они теперь уважают русских генералов, советских генералов, потому что они превзошли их после этой операции Багратиона. Даже не, после Сталинграда они так не говорили, и после Курска не говорили. Вот после здесь Багратиона они заявили, что тактика и умение русских генералов стало выше, чем их умение. Плануется, что «Свет» — новая документальная стужка режиссера Игоря Григорьева убачить уже в этом году. Александр Лупиненко, Сергей Лукашук, телерадиокомпания «Гомель».